Шаббат шалом и хаг самеа. С праздником всех и шаббат шалом. Я сегодня буду говорить на одну тему. Дима некоторое время назад попросил меня поговорить на эту простую тему. На призвание Израиля. Когда это было в самом начале Израиля, после Иешуа и в конце, что-то в этом роде. Поэтому это очень простая тема. Можно открыть книгу Бытие, прочитать там и потом прочитать всю Библию до Откровения и все понять. Но на самом деле это шутка, и эта тема совсем непростая. И мы начнем прикасаться к этой теме сегодня, и надеюсь, что за 40 минут мы успеем кое-что понять. Понимание призвания Израиля очень важно. Потому что все те, кто сидит здесь, являются частью этого. Я думаю, что каждая нация имеет свое призвание особенное для этой нации, которое Бог дал. И люди, которые много путешествуют по разным странам, понимают это, потому что они видят все со стороны. Можно, например, посмотреть на азиатские народы, на корейский народ. Они сильные молитвенники. Они могут молиться и ходатайствовать на протяжении часов. Я думаю, что это просто дар, это особое призвание. И если вы поедете в скандинавские страны, например, в Норвегию, они очень любят людей. Это очень теплые люди, которые любят обниматься. И сразу видно разницу. И когда ты находишься в определенной стране, ты видишь призвание целой нации. И мы, как израильский народ, у нас есть особое призвание. Нам нужно понять это призвание и двигаться в этом направлении. И для того, чтобы понять наше призвание, нам нужно лучше знать наше прошлое. И этот урок – часть серии проповедей, которую мы уже начали в общине. И который я ставлю перед собой вопросы, ответить на такие вопросы, кто мы, какова наша идентификация и призвание. Несколько недель назад мы говорили про исправление мира. И мы также будем говорить об этом и продолжим эту тему. И понимание нашего прошлого очень важно. Я уже говорил об этом до этого. Есть очень важное предложение, которое сказал Игаль Алон. Народ, который не знает свое прошлое, его будущее находится, будущее очень бедное, и его прошлое находится в тумане. Его настоящее бедное и будущее находится в тумане. И это очень важно для понимания нашего призвания. Потому что очень много людей говорят, не важно, кто ты. Ты можешь быть евреем, не евреем. Самое главное, чтобы ты получил спасение, а остальное ничего не важно. Ты получил освобождение грехов через Иешуа. Но наше призвание совершенно не связано со спасением, потому что спасение мы все получили даром. И очень интересная вещь написана в Иоанне, в Евангелии от Иоанна 4:22. Да.
דברים של ישוע. И это то, что нам сказал Иешуа. אתם משתחווים למה שאינכם מכירים, אנחנו משתחווים למה שאנו מכירים. שרי הישועה מת היהודים היא. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. זה משפט מאוד חזק. Это очень сильное предложение. אנחנו חייבים להבין למה הוא אמר את זה. И нам нужно понять, почему Иешуа сказал это. כי אנחנו חלק מזה. Потому что мы являемся частью этого. כי תוכנית הישועה היא גלובלית, היא עולמית. Потому что план спасения, он для всего мира, и он глобальный. וישנו חלק בדבר הזה. И у нас есть часть в этом. וכנראה אלוהים רוצה שנעשה דברים. И, скорее всего, Бог ожидает от нас, чтобы мы что-то делали. אבל לפני שניגע בישראל, но до того, как мы перейдем к Израилю, אני רוצה לגעת בזהות שלנו כבני אדם. Я хочу понять нашу самоидентификацию как людей. כי יהודים, ישראלים, עברים, איך שלא נקרא לזה אחר כך, как иудеи, евреи, израильтяне, неважно, как мы себя назовем, мы начали устрояться как народ где-то 2000 лет после творения. И, но от творения 2000 лет была определенная система, которую мы должны понять. Были люди. שבטים, שונים אחד מהשני. Были разные племена, которые отличались друг от друга. אנשים יותר קרובים לאלוהים, יותר קרובים לאלילים. Люди, которые были более близки к Богу, или люди, которые поклонялись идолам. והקריאה שלנו כבני אדם התמונה איפשהו שם. И наше призвание как людей начинается где-то там. אז אנחנו ניגע קצת בעבר ונתחיל לרוץ עד לימינו. И мы сейчас немножко коснемся прошлого и будем продолжать двигаться к нашим дням. אז נפתח בספר בראשית 2. Давайте мы откроем Бытие, вторую главу. בגלל שהנושא קצת רחב, אז יהיו די הרבה פסוקים. Из-за того, что эта тема очень обширная, мы будем... חשוב לעקוף ואולי לעשות לעצמכם איזה רישומים לבדוק אותי. Много читать из Писаний, поэтому важно следовать этому и, может быть, даже где-то записывать. אז בראשית 2 אנחנו נדבר כמובן על בריאה של האדם. Глава 2 рассказывает про сотворение человека. פסוק 7. 7 стих. בוא נקרא רק ברוסית. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. И потом с 15 по 17. Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. אני חושב שכבר כאן אפשר לראות מה אלוהים רצה מהבריאה שלו. Я думаю, что здесь уже можно увидеть, что Бог хотел от своего творения. יש פה ייעוד ברור, קריאה ברורה. Здесь очень ясное призвание и определение. וההתחלה הזאת מסכמת את כל הנושא. И это начало, в принципе, может дать такой обзор всей теме. אז אלוהים ברא את האדם. Бог сотворил человека. הוא ניפח בו את הנשמה. Он вдунул в него дыхание жизни, душу, он, как будто он вдунул в него объем. Люди, которые работают со стеклом, הם נופחים ממה שיש להם בפנים, הם מנפחים את הזכוכית לצורה שהם רוצים. Они берут стекло и вдувают в стекло, и тогда стекло принимает ту форму, которую они хотят. אפשר להגיד שבכל כלי זכוכית יש חלק מאותו בנם שיצר אותה. Можно сказать, что в каждом стеклянном инструменте есть часть от того человека, который его создал. אז חשוב להבין שאנו כבני אדם יש בנו חלק אלוהי. И понятно, и важно понять, что в нас, как в людях, есть часть Бога. זאת אומרת, הקרבה לאלוהים היא מאוד חשובה. Поэтому приближение к Богу, близость с Богом, она очень важна. יש צלם ויש נשמה. Есть образ и есть душа. ואז גם כתוב, תפתח את הגן. И потом там написано, чтобы ты возделывал этот сад. ותשמור עליו. И чтобы ты хранил его. То есть мы были сотворены не для того, чтобы сидеть и ничего не делать. Мы были призваны для определенного действия. Действие, которое в конце концов даст нам плод.
физическая работа. לפתח את מה שאלוהים התחיל. Развивать то, что Бог начал. ואז כתוב גם בפסוק 17. И потом написано в 17 стихе. לא, כתוב שמור על הגן. Нет, написано храни этот сад. כן. אז כתוב לשמור על הגן. מה יש לשמור על הגן? Написано хранить его. Зачем его хранить? ממי יש לשמור? От кого его хранить? חווה עדיין לא קיימת. И Евы к тому еще времени не было. אין מי שיעשה בלגן? Не было, кто бардак начнет устраивать. אז אנחנו לא נדון על זה. Мы, конечно, об этом поговорим. אבל לשמור על הגן ממשהו שהוא רוחני, על טבעי. Но хранить этот сад от чего-то духовного, сверхъестественного. אנחנו יודעים שכבר, אנחנו יודעים עד סוף הסיפור מה קרה, משהו שהוא רוחני ולא פיזי נכנס לגן. И мы знаем в конце истории, что произошло, что-то духовное, не физическое, зашло в этот сад. וכנראה אדם לא עמד כל כך טוב על המשמר. И, к сожалению, Адам не очень сильно стоял на границах и хранил. ונעשה נזק גדול. И поэтому произошел большой вред. אבל מהפסוקים האלה אפשר להבין מה הקריאה של האדם בעולם הזה. Но из этих стихов мы можем понять, каково призвание Адама в этом мире. כי גם אלוהים הביא לאדם סטנדרט מסוים, מה מותר ומה אסור. Потому что Бог дал Адаму определенный стандарт, что можно, а что нельзя. ואת הידע הזה הוא היה צריך להעביר הלאה. И это знание ему нужно было передать вперед. אם נסכם את זה נכון לעכשיו. Если мы сейчас сделаем какой-то вывод. אז יש לנו קרבה לאלוהים, לאמת שלו ולסטנדרט. У нас есть приближение к Богу, к Его правде и к Его стандарту. ואנחנו צריכים להיות בעלי עשייה וסמכות רוחנית. И нам нужно быть работниками и начальниками духовного производства. סמכות רוחנית. И иметь власть, иметь духовную власть. וזה המטרה שלנו, לא משנה אם זה לפני 2000 שנה או עכשיו. И это наша цель 2000 лет назад или сейчас, неважно когда. בשביל זה נבראנו. Для этого Бог нас сотворил. אנחנו גם נבדוק את הנושא הזה בשנייה לקורינטים. И мы сейчас также проверим эту тему, и она записана во втором послании Коринфянам, в третьей главе. פסוק 17-18. 17-18 стих. אדוני הוא רוח ובאשר רוח, אדוני שם החירות. אבל אנחנו כולנו בפנים מגולים, רואים במראה את כבוד אדוני, ונהפכים לאותו צלם מכבוד אל כבוד, כמו מיד אדוני הרוח. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. זה, אני רואה את הפסוק הזה כדבר מאוד מעניין ומאוד מחובר למה שקראנו בראשית. Я вижу это место писания очень интересным и связанным с тем, что мы читали из Бытия. כי בואו נעשה דוגמה קטנה. Я хочу привести маленький пример. ונקום ביום ראשון בחמש בבוקר. В воскресенье мы встанем в 5 утра. ונסתכל במראה. И посмотрим в зеркало. מה אנחנו נראה שם? Что мы там увидим? כנראה זה משהו מפחיד כזה. Что-то такое страшное. עם שיער כזה למי שיש מפוזר. С растрепанными волосами, у кого есть. כנראה גם לא מריחים הכי טוב. И, возможно, не самым лучшим запахом. ודרושה איזה עבודה לפני שאנחנו יוצאים מהבית. И нужно проделать определенную работу перед тем, как выйти из дома. וכשאנחנו מסתכלים במראה. И когда мы потом посмотрим в зеркало. לפני זה. До этого. אנחנו חושבים, איזה יום מצפה לי. И мы думаем, ой, какой день меня ожидает. Возможно, мы встанем в хорошем настроении, возможно, в плохом. Есть очень много разных вещей, которые влияют на то, что мы видим в зеркале. Но не так нас видит Бог. Написано, что мы все открытым лицом. רואים במראה את כבוד אדוני. Как в зеркале взираем на славу Господню. כשאנחנו מסתכלים במראה. Когда мы смотрим в зеркало. אנחנו צריכים לראות את כבוד אדוני. Нам нужно видеть славу Бога. וזה חשוב להבין. Это важно понять. כשאנחנו מסתכלים במראה. Когда мы смотрим в зеркало. אנחנו צריכים לראות את העבר שלנו, מה אלוהים עשה איתנו עד כה. Нам нужно видеть наше прошлое, что с нами Бог сделал до сегодняшнего дня.
את המצב הרוחני שלנו כיום. Нам нужно видеть духовное состояние сегодня. אנחנו צריכים להבין לאן אנחנו הולכים. И нам нужно понять, куда мы двигаемся. Вот это крыя שלנו. И это наше призвание. וכך אלוהים רואה אותנו. И так нас видит Бог. וכך אנחנו צריכים לראות את עצמנו כל פעם שאנחנו מסתכלים במראה. И так нам нужно видеть себя каждый раз, когда мы смотрим в зеркало. כי שום דבר לא משתנה, אלוהים לא מוגבל בזמן. Потому что ничего не меняется, и для Бога нет границ времени. ולא רק את זה. И не только это. יש לו גם ציפייה שנגדל. У него также есть ожидание того, что мы будем возрастать. אני אקרא את זה עוד פעם, אני אקרא את זה גם בסוף. Я прочитаю еще раз и еще в конце. כי זה מפתח להרבה מאוד דברים. Потому что это ключ к многим вещам. אבל אנחנו כולנו בפנים מגולים, רואים במראה את כבוד אדוני, ונהפכים לאותו צלם מכבוד אל כבוד, כמו מיד אדוני הרוח. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. אז אנחנו צריכים להבין מי שוכן בנו. Нам нужно понять, кто находится внутри нас. אנחנו צריכים כל הזמן להיות מוכנים להשתנות. И нам нужно каждый раз быть готовым к изменению. גדילה מכבוד אל כבוד. Чтобы нам возрастать от славы в славу. ואם אנחנו נזלזל בעצמנו, если мы будем пренебрегать собой, אז אין שום כבוד בזה. Тогда в этом нет никакой славы. והניצחון יהיה של השטן ולא של אותו אחד שחי בתוכנו. И победа будет принадлежать дьяволу, а не тому, кто живет в нас. וזה חלק גדול מהקריאה של אותנו כבני אדם. И это большая часть призвания нас как людей. להבין מי אנחנו, понять, кто мы. ולשאת את הכבוד הזה כל הזמן ממקום למקום שאנחנו הולכים בו. И передавать эту славу из одного места в другое, там, где мы находимся. וזה שוב מתחבר לקריאה הגדולה של האדם. Это связано с большим призванием Адама. קרבה לאלוהים, לאמת ולסטנדרט. Приближение к Богу, к его истине, к его стандарту. על ידי עשייה וסמכות רוחנית. Тем, что мы делаем работу и имеем духовную власть. משלי 29. Притчи, 29 глава. פסוק 18. 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Это очень важно. У нас должно быть откровение свыше. Во-первых, личное откровение. И во-вторых, национальное откровение. Мы очень особенный народ. И нам нужно это понять. И каждый, который говорит, неважно, еврей ты или язычник, это ложь. כי זה נגד הכתובים. Потому что это противоречит Писанию. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מי אנחנו באדון, איך הוא רואה אותנו ולהתחבר למידע הזה. И поэтому нам нужно понять, кто мы в Господе, как Он видит нас, и принять эту информацию. כי יש גם את האויב שמסתובב, והאויב הוא שקרן. Потому что есть враг, который ходит среди нас, и он лжец. והמטרה שלנו זה לעצור אותנו מלהתקדם. И его цель – остановить нас от любого продвижения. אנחנו צריכים כל הזמן לרוץ ולהשתנות. Потому что нам нужно все время бежать и меняться. והמטרה שלנו לעצור אותנו. И его цель остановить нас. איך הוא עושה את זה? Как он это делает? שקרים. Через ложь. ובזבוז זמן. И через украденное у нас время. לפעמים אנחנו עושים חטא מסוים. Иногда мы делаем определенный грех. והוא הופך את זה לבוץ תובעני. И он через этот грех нас погружает в такую грязь, как топь, болото. ואז הוא אומר, אתה כלום, אתה כבר חטאת, אלוהים לא צריך אותך בעולם. И тогда он говорит, ты уже согрешил, ты уже ничто, и Богу ты уже не нужен. אנחנו נכנסים לישורת של רחמים עצמים. И мы заходим в самосожаление. ועוד פעם מבזבזים זמן. И опять-таки мы тратим наше время. וזה נגד עקרון הכתוב. И это против того, что написано. כי הכתוב אומר, אם חטאת, תחזור בתשובה, תתוודה ותמשיך הלאה. Потому что написано, если кто согрешил, пусть покается и больше не грешит.
Нам нужно понять, что у Бога есть определенный стандарт. Мы говорили до этого, и мы сильно прикасаться к этому не будем. Нам нужно понять, что наш народ существует где-то с 2000 года от творения. И 2000 лет от творения до нашего народа были определенные законы, определенные стандарты. Те люди, которые грешили, они погибли. Как убийство Авеля. Потом были люди, которые были до потопа. И мы видели, что есть определенный стандарт, определенный закон. И люди восстали против этого закона. И этот бунт был в любом месте. Потом мы видим Вавилонскую башню. И Вавилонская башня — это был один из самых больших бунтов, который когда-либо существовал. Потому что это не был бунт атеистов. Атеист говорит: нет Бога, и мне все равно, и он ничего в этом направлении не делает. Но люди, которые знали, что есть Бог, и верили в Него, умышленно сказали: мы сделаем что-то против Него. И это привело их к большому балагану. И были на протяжении истории различные праведники, которые появлялись тут и там. И они пытались удержать это призвание. Они были близки к Богу. У них были определенные дела. Но они не смогли принести большое изменение в этот мир. До того, как произошло событие в 1948 году, начиная от творения мира. Это интересная дата. Потому что в этом году родился парень, которого назвали потом Авраам. Авраам. Эфиопия Авраам? Это интересная дата, потому что он родился в 1948 году после сотворения мира. Что еще произошло в 1948 году нашей эры уже? Рождение Израиля. Восстановилась наша страна. Случайно это или не случайно, я не знаю. Но это интересно знать. И Авраама называли Авраам еврей. Он не был иудеем. Он был еврей. Как все мы. Из еврейского народа. Почему еврей? Потому что он был из потомков Эвера. Поэтому мы евреи, важно знать. И это важная эпоха, потому что в это время он начал создавать свой народ. И почему я даю вам этот небольшой исторический урок? Потому что без того, чтобы понять, кто мы не можем понять наше призвание. Давайте мы продолжим. Мы называем себя евреи.
потому что Авраам еврей, כי הוא היה צאצא של עבר, он был потомком Эвера. ואנחנו יכולים לראות עוד סממנים של עברים, כמו יוסף, כמו יונה, לכולם קראו יוסף העברי, יונה העברי. И также мы увидим многих, некоторых личностей в Библии, которых называют Иосиф еврей, Йона еврей. לאחר מכן גם קראו לארץ הזאת, ארץ העברים. Потом эту землю называли земля евреев. אז ההיסטוריה שלנו די ארוכה. Поэтому наша история очень длинная. והיום קוראים ליהודים משום מה. А сегодня нас называют иудеями. גם חשוב לדעת למה. Тоже важно знать почему. כי אנחנו ממלכת יהודה. Потому что мы из царства иудейского. ודווקא השם הזה לדעתי. И мне кажется, что это название. דווקא מראה על פילוג ופיצול בעם. Показывает разделение в этом народе. Но это то, что написано, и мы в это углубляться не будем. И я напоминаю, что призвание человека было передать Божью славу и делать его работу и иметь его власть. בצורה משמעותית על העולם, אלוהים בחר לעצמו עם. Но из-за того, что некоторые праведники не могли удержать это призвание и передать другим народам, то Бог избрал себе народ. לא כי אנחנו יותר טובים. Не потому, что мы лучше. כי ככה הוא בחר. Но потому, что он так захотел. ודרך אברהם, יצחק ויעקב התחיל לקום עם לתחייה. И через Авраама, Ицхака и Якова начал и создаваться народ. ביעקב קורה דבר מאוד חשוב. Эйфо. ביעקב, דרך יעקב. И через Якова происходит что-то очень важное. מקבל שם ישראל. Он получает имя Израиль. יש הרבה משמעות לשם. Есть очень много значений этого имени. זה ישר לפני אל. Что он был прямым перед Богом. זה מראה על קרבה לבורא. Это показывает на приближение к Богу. שר אל. И Божий князь. שזה מראה על ייצוג של מלכות מסוימת. И это показывает определенное царство. וזה כבר מתחיל להיות, האחריות הזאת מתחילה להיות די כבדה עלינו. И это, и ответственность становится слишком тяжелой. אבל על פי השם הזה אפשר להבין מה הקריאה של העם. Но через название народа можно понять его призвание. לייצג את אלוהים עלי אדמות. Представлять Бога перед другими народами. איך? Каким образом? על ידי עשייה. Через производство. שמירה על הסטנדרט. Сохранение стандартов и духовную власть. И название имя Израиль. В этом имени есть все наши отцы. Юд, Ицхак и Яков. Юд – это Ицхак и Яков. Сара, Ривка, Рахель. Сара, Ривка, Рахель. Авраам и Леа. Авраам и Лея. Аж бы Израиль, мы же шахах мявот שלנו, שיסתקר שבנדינה. И поэтому, если кто-то забыл наших первых праотцов, то могут прочитать это в названии Израиль. ורק בשלב של כמעט 2500 שנה. И только где-то в 2500 году. נולד עם ישראל. Родился народ израильский. שזה בעצם תהליך של יציאה ממצרים. И это произошло при выходе из Египта. והתוכנית והקריאה של העם לא השתנתה בכלל. План для народа и его призвание совершенно не изменился. יחסים עם הבורא. Также должны были быть отношения с Создателем. שמירה על אותו סטנדרט, כבר זה נהפך לתורה. И стандарт, сохранение стандарта уже был дан нам в письменном виде в Торе. ואנחנו צריכים להיות כמו חץ שמראה לאלוהים שהוא חי. И нам нужно было быть как стрелкой, которая указывает на живого Бога. ואלוהים התחיל להבדיל אותנו משאר העמים. И потом Бог начал отделять нас от других народов. שוב, לא כי אנחנו יותר טובים, כי לנו יש משימה אחרת. Опять-таки, не потому что мы лучше кого-то, но потому что у нас есть другая цель, другая задача. כשעם ישראל הלך במצרים וחטא, и когда народ израильский был в Египте и грешил, אז אלוהים הניש אותם במדבר. Бог наказал их в пустыне. והשמה התחילה להתפזר, איזשהו אל שהוא חי, מעניש בצורה אל-טבעית את העם שלו. И Бог, который живой Бог, он сверхъестественным образом начал наказывать свой народ. וגם כשהם עשו משהו רע, הם עדיין הצביעו על אל שהוא חי. Даже когда они делали что-то плохое, они своим существованием указывали на живого Бога. אנחנו נקפוץ למדבר 23. Мы сейчас прочитаем числа 23 главу. Посук 9. 9 стих.
С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Интересный факт. Про то, как народ израильский не числится между другими народами. Одна из наших целей – это быть не как другие народы. Хотя мы всеми своими силами пытаемся быть как другие народы. Нам нужно понять шореш. Корень. Наш, я поняла. Какой наш корень? И не связывать себя с корнями других народов, и это сложно, потому что в тех странах мы родились и выросли. Когда Бог нас каждый раз отправлял в другие страны, в изгнание, в рассеяние, это очень отрицательное и плохое действие было. Но что происходило в рассеянии, народ сохранял свою идентификацию в своих общинах. И туда, куда он был брошен, он видел, что есть все равно живой Бог. И с одной стороны, они принесли эту новость о том, что Бог есть живой Бог. А с другой стороны, они прилепились к языческим и к идолопоклонническим вещам тех народов, среди которых они жили. А потом мы приехали, вернулись сюда со всем этим грузом хорошего и плохого. И Бог ожидает от нас, чтобы мы начали делать селекцию. Потому что призвание наше очень великое. Мы сейчас подойдем к последним дням. И мы поймем, что мы не можем быть и евреями, и не евреями в одно и то же время. Мы так любим наши праздники, но также мы любим еще и языческие праздники, потому что они веселые. Елочку поставить, Рождество справить. Я сейчас не говорю про плохое или хорошее. В конце концов, вы поймете сами. Это не наше. Все, что наше, написано в Библии. И все, что написано в Библии, нам нужно вникать в это и принимать это глубоко. Бог сказал, оставьте все, что было в Египте. Потому что так мы потеряем нашу идентификацию. И если мы потеряем нашу самоидентификацию, мы не сможем устоять в нашем призвании. Потому что то, к чему Бог призывает нас, это передать Его славу, Его истину. А если есть что-то, что не истина, то это ложь. И мы просто делаем вред нашему призванию. Написано, что худое дерево не может приносить доброго плода. Даже если мы изменяем значение того, что имело в себе языческие корни, а это все равно злой языческий корень. Я знаю, что это звучит немного... по-экстремистски. Но то, что я читаю, Иешуа тоже был хорошим экстремистом. Он говорил про то, что нужно вырвать глаз и отрезать себе руку. Естественно, все это были аллегории. Но если мы поймем нашу особенность как народа и призвание как народа, то мы все эти вещи отпадут от нас автоматически. Потому что нет середины, есть ложь и есть правда. И Бог любит
выделять эту разницу. Лама? Почему? Потому что это не только для нас. Мы сейчас начнем читать о нашей глобальной ответственности. Есть ответственность, которую мы должны принять в мире, не только у себя дома. И если мы подойдем к тому времени до Иешуа, народ был не в очень хорошем состоянии, потому что он был в его стране были завоеватели, и они жили под давлением. Но они все равно пытались сохранить свой национальный стандарт не для себя. Потому что есть ожидание намного более высокое, чем личностное. И потом в первом веке нашей эры что-то произошло. Парень, которого звали Йоханан, пришел в народ и пытался пробудить их память. Он просто процитировал из Исаия, 40 главы, с 3 по 5 стихи. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господа изрекли это». Это очень важно. Он говорит, приготовьте путь к тому, что было приготовлено от начала. Он просто процитировал это пророчество из пророка Исаии, что наш народ должен был приготовить путь для Господа Иешуа. И я думаю, что это призвание релевантно не только для первого прихода Мессии, но и для его второго возвращения. И это произошло, когда народ находился в хаосе. И он сказал, это призвание, это ожидание. Это должно быть первое, близость с Богом, к его истине, к его стандартам, через работу и духовную власть. Поэтому народ, понимал это или не понимал, должен был приготовить путь для Мессии Иешуа. И поэтому спасение, как мы уже читали, от иудеев. Потому что это было их призвание и их цель. И можно тогда задать вопрос, а что же мы делаем сегодня? Как насчет призвания тела Мессии сегодня? То же самое. Ничего не поменялось. Тот же стандарт. Та же ответственность перед народами. И отношения с Создателем. Работа и духовная власть. Но на протяжении всей истории, с помощью различных третьих лиц, как, например, церковь в первом веке, мы начали получать такое замутнение. И вместе с нашим рассеянием мы начали терять нашу самоидентификацию. И как я сказал, без понимания нашей самоидентификации мы не можем прилепиться к нашему призванию. И это было на протяжении нескольких сотен лет. Но вот мы здесь опять. Мы вернулись в Израиль. У нас есть Тора. У нас есть откровение Иешуа Мессии. У нас есть наша страна.
У нас есть все инструменты для того, чтобы нам преуспеть и в нашем призвании. Но мы все еще под влиянием различной лжи и замутнения. Потому что каждый раз нам навязывают эти стандарты. Неважно, кто ты, главное, чтобы ты был счастлив и спасен. А Бог говорит, нет никакой связи со спасением. Но есть огромное призвание. Отступить от языческих корней и вернуться к истине. Это не простая задача. Но очень возможно в наши дни здесь, в этой земле. В Исаии 2 главе, 2 и 3 стихе, написано: «Будут в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И придут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо из Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Я думаю, что только на этих двух стихах можно сделать 4-дневную конференцию. Потому что видим, что на нас лежит международная ответственность. И если мы спросим, каково призвание тела Мессии сегодня в Израиле, именно это и призвание. Но если мы не думаем, что мы особенный народ, и у нас есть другое призвание, мы тогда не сможем приготовить это основание для других народов. Написано, что закон из Сиона. А если я говорю, какое мне дело до закона? И какое мне дело до Сиона? Тогда мы не можем стоять в этих стандартах. Нам нужно понять, что у Израиля всегда была международная ответственность. Во время храма Соломона это было. При выходе из Египта это было. И сейчас ничего не изменилось. И для Бога не существует временных границ. Нам нужно стараться изо всех сил не только для себя, но для других. Потому что истина должна выйти отсюда и распространиться по всему миру. И это наша работа. И духовная власть. Но без понимания того, кто мы не сможем преуспеть. Ефесянам 2 глава. С 10 по 13 стих. «Ибо мы Его творение, созданные в Машиахе Иешуа, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Машиаха отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования и не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Машиахе Иешуа вы стали, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машиаха». Мы все знаем это место Писания. В 10 стихе опять есть призвание делать дела. Мы через Мессию Иешуа призваны на добрые дела. В простых вещах. Или в более глубоком понимании и в более большой работе. Но когда мы читаем до 13 стиха, и мы понимаем, что призвание, ответственность очень большая. Нам нужно понять, кто мы, и мы должны заботиться о других.
Потому что народ израильский принял это обещание. Только израильский народ принял это обетование. Никакой другой народ не получил больше никакого обетования. Поэтому, если другие народы не присоединят себя к обетованию израильского народа, то они будут потеряны. И наша ответственность призвать другие народы, верующих и неверующих, к этому обетованию. Естественно, это начинается с твоего дома, с твоей семьи, а потом начинает развиваться. Всегда нужно говорить про призвание и цель народа Израиля, потому что это важно. И нам нужно отсечь от себя все неправильные корни, потому что это очень важно. Я хочу вернуться к тому, что было в начале и не меняется. Потому что наше призвание — это близость к Богу и к Его стандартам через духовную работу и духовную власть. Это было релевантно и при сотворении мира, и это также актуально и сегодня. И без личного откровения мы этого не поймем. Я думаю, что можно понять это личное откровение из 2 Коринфянам, что мы сейчас прочитали. Потому что Бог особенным образом смотрит на нас. Он знал, что Он сотворил и для чего Он сотворил. И мы сейчас опять прочитаем это место Писания 2 Коринфянам, просто чтобы нам запомнить его лучше. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. אבל אנחנו כולנו בפנים מגולים רואים במראה את כבוד אדוני ונהפכים לאותו צלם מכבוד אל כבוד כמו מיד אדוני הרוח. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Аминь. אני חושב שבסגנון שלך עשית מסר מאוד מדויקת. Я думаю, что ты в своем стиле сделал очень ясную проповедь, очень ясное послание. Избарта мазе ам Исраэль. И объяснил, что такое народ израильский. Мама тара шел ам Исраэль. Какова цель народа Израиля? Ле эйзе матара элухим яцар отану. Какой цели Бог нас призвал? ואני חושב שאנחנו רבים מאיתנו, במיוחד שיצאנו מגלות, что многие из нас, особенно вышедшие из рассеяния, בשבילנו זה גם אתגר לתפוס את זה. Для нас это также вызов принять это. אבל ביחזקאל 36 כתוב, в Иезекииле 36 главе написано, אני אביא אתכם לארצכם, я приведу вас в вашу землю, ואני אנקה אתכם מכל אלילים, מכל, я очищу вас от идолов, от всякой скверны. Это то, о чем говорил Женя. И он нам объяснил это очень хорошо. Но в той картине, которую ты дал, я думаю, что ты, я и Дима должны продолжать говорить на эту тему. Сефер Дварим, перек 32, пасук 8. Потому что во Второзаконии в 32:8 написано. Катув, кше Элухим натан маком лиот леамим. Написано, когда Всевышний дал уделы народам. Азу само там лифи миспар бней Израиль. Он расселял их по числу сынов Израилевых. Хлумар еш кешер. То есть есть связь и сотрудничество между нами и другими народами. Я думаю, что для Бога очень важно, то, что ты сказал, что Бог хочет взять народы из тьмы в свет Израиля. Но каждому народу дать свою особенность,
Что, да, каждому народу дать особенность, что мы все отличаемся, у каждого своя цель. Как есть мужчина и женщина. Если есть мужчина и женщина, то есть плоды жизни. Если ты вступаешь в брак, как сегодня очень по-современному, с не с противоположным полом, может быть, есть какая-то мистическая любовь, но плодов жизни точно не будет. Понимаете? Плоды есть, когда каждый исполняет свою особенность и понимает, для чего он и кто он. Мне очень понравилось то, что ты сказал. Потому что мы народ Израиля. Когда у нас есть желание быть как другие народы, то мы сходим с нашего особенного места. Давайте мы встанем, помолимся все вместе. Я очень впечатлился твоей проповедью, Женя, спасибо большое. Отец наш небесный, я молюсь, чтобы ты дал откровение не только членам общины Шавей Цион, но также всему народу Израиля, и также евреям, которые в рассеянии, чтобы мы вернулись к нашему наследию. И вместе с этим мы молимся за народы. Это не Божья воля, чтобы они жили в Вавилоне, чтобы они были в непонятном состоянии, чтобы они были вдалеке от своего призвания, потому что написано в Деянии апостолов, что от одной плоти и крови Бог сотворил все народы, чтобы все народы искали Его и чтобы служили Ему и принесли Ему плод. И мы живем в это время, когда многие народы находят свое призвание. И наша молитва особенно за Израиль. Особенно во время праздника Ханука. Как написано, мы освятили храм. Господь, обнови нас, как прежде. Обнови наши дни, как прежде. И обнови призвание всех народов в этом мире, чтобы мы могли через Иешуа Мессию могли исполнять Твою волю. Аминь. Я хочу охристь беркат. Я очень впечатлился этим словом, это было очень сильно. Иварех леха, Адонай ваишмереха. Яэр Адонай панав элеха вихунеха. Иса Адонай панав элеха. Ваясем леха шалом. Вашем Иешуа Машиах тию мивурахим. Амен. Шаббат шалом ва шавуа тов.